И вновь здрасте. А ну, пойди назад. Да, мы же так свиток и не взяли. Да забильность, я хочу игру пройти, нафиг где эти свитки. Искать еще эти секретные потом комнаты. Потом будем их просто для себя, наверное, уже. Хотя нет, ну нафиг. Ну нафиг. Эту игру надо просто, она нафиг. Такая жопорвательная. Жопорвательная. Хорошее слово. А, так. Хорошее слово. Радуйте. Behold, the kings of the underworld. They will consider your request to leave this place and continue on your journey. Okay. But first, you'll have to put on a show. Why so surprised? There's always time down here for fun and games. An eternity, to be exact. О, я тоже так хочу исчезать со школы. Свинья. Ух, мы живы. Маленькие. Потому что мы были в преисподней. Ага. Типа, если ты в преисподней, то ты маленький. Ну, это уже правило разработчиков. Наркоман. Заспавнился. Понял, нет, не хочу умирать. Что? Понял. Понял. Отведай моего. А куда ты? Одинаково по ходу мыслим. Так, надо менять персонажа. Оу. А я могу менять? Егор, душа. Душа, заберись. Надо подхватить меня. О, ладно. Его монетки, монетки, монетки. Это что, и были все... это и был босс? Или самое веселье еще впереди? Оу, вовремя я подошел, могу сказать. Давай, давай, выстрели лазером. Ну, и цепляйся. Все, стой, стой, стой. Давай, мама. У нас всего лишь детские силы. Как мы можем одолеть вот этих вот чубакабр? Вы готовы, дети? Нет, капитан. Как я умер? Я даже нажимал вверх, чтобы взлететь. Он не взлетал. Я заспавнился. Я заспавнился. На удивление. Я заспавнился. Душа. Еще одна душа. Да хватит нам посылать этих мракобесов. Ну, может, хватит над нами издеваться, ребят. Все уже. Я понимаю, шоу не шоу. Аллилуйя. Это все? Может, хватит, а, ребят? Мы не готовы сейчас к этому. Зашибись. Я же говорил. Чтобы не снять лазера. Это так сложно, что даже весело.
прыжок. Нет! Блин, если бы еще этот свинтус наводился на этих фигни. Фух, я вытащил. Возродись. Души. Все, мы справились. Только бы закончить. Неужели? Пожалуйста. Неужели? Выход в реальный мир. Выход в реальный мир. Это сделали. Я даже готов в этот язычок пойти, но только выбраться отсюда. А ну, что ты скажешь? Most impressive. My masters have not been so. А мы так как так долго давно не развлекались. Фу. Пиздец. As a reward for your theatrics, here's a gift that I know will lift your spirits. Дай нам что-то годное. И что же нам поднимет настроение? Чипсы? Бесконечное здоровье. И быстрое ваше возрождение. Волшебное облако, которое вернет вас на землю в живых. А, мы могли умереть. Иллюстрация открыта. А, ну да. Ну пофиг. Уходим. Наконец-то. Самый лысый мужик. Что нам надо делать? Захватить не вышло. А теперь думай, что от тебя хотят? Может сильным ударом. О, что-то произошло. Ну, полетели. А, окей. Давайте, я хочу домой. Я хочу домой. Стоп, что это? Опустись. Опустись. А уже не... Так нам иллюстрация уже открыта. Не-не-не, стой. Вот, видишь? Ну, может какая-то секретная комната, но вряд ли. Нет, она уже открылась. Не, в секретных комнатах попадаются только картинки. Картинку нам уже дали, потому что мы... Угу! Тихо. А, но они сильно наносят. Ну да, я уже... мы уже привыкли с одного удара. Вынос. Так, облако, которое вернет нас в живых домой. Ага. Тихо. Воу. Упс, I forgot to mention that the warranty's expired. Чё? Пошли нахрен, бегом наверх. Я проводил, наверное, закончился. Так, подожди, не нажимай ничего, чтобы зритель не видел то, сколько раз мы продули. Поэтому встретимся через мгновение.